Добро пожаловать в отель «Элеон». Лучший сервис Москвы к вашим услугам. Мы здесь первый раз, это коридоры, это новая локация. Да. Ну, зрители ее еще не видели, да, если я не ошибаюсь? На самом деле, насколько я понимаю, видели, но здесь много изменилось. Угу. Совершенно точно. Декорации наши отличаются очень большой достоверностью. Угу. Ну да, и красиво. Ты смотришь сериалы, понимаешь, что ты как будто бы действительно попадаешь в отель, а не просто это какие-то картонные истории. Слушай, вот это лифт. А что сделать, чтобы нам с тобой сейчас красиво выйти из лифта? Он открылся и закрылся. Вообще, на самом деле, надо было позвать специально обычного человека. Так, он бы мог об этом говорить. Нет, ты можешь говорить. Ну, надо нажать на кнопочку. Она сгорается. Так. Потом пойти сюда. Пойдем. Здесь должны быть какие-то веревочки. Который тянет человек. Который тянет человек, да, и двери закрываются. Угу. Вот правда, актеры, чем круче, чем более по-настоящему все устроено, чем вот все двигается, поворачивается, загорается, это всегда очень приятно, когда тебе не представляется, потому что воображение приходится какие-то вещи. Они реально существуют, вот ручкой к ним можно подносить карты, и они пикают, открываются. Да все. Ладно, то есть в этом плане все серьезно, да? Да, да, абсолютно. Почти каждый номер трансформируется в какой-то другой номер. Я не знаю, опять же, где, но здесь есть стены раздвижные. То есть некоторые стены могут уходить, и на их месте появляются, например, ну там ниши, куда можно поставить камеру, или просто другая какая-то стена, и таким образом номер превращается вообще в другой номер. Мне вот, например, очень нравится подбор картин, потому что если посмотреть в лобби, там известные художники, и они интересные, они нет такой банальщины, что прилепили вот первое попавшееся в гугле, да. То есть со вкусом работают, да, декораторы? Да, художники молодцы. А у вас уютный отель. Спасибо, Роберт. Наработалась такая вещица, когда шутка не проходит, но мы же часто шутим, сидим за ресепшеном, да, тем более, что у нас такая локация, что мы очень часто по фаналу где-то находимся, и мы придумываем там себе свою жизнь, шутим, естественно, вот если шутка не проходит, мы делаем это. Обычно шутки не проходят. Это значит не смешно. Обычно шутки не проходят у него. Ну, не знаю, да. Поэтому чаще всего ты нажимаешь, да? Да. Я нажимаю. Показывала заставки наши классные. На этом нет. Нет, там ваши фотографии? Да. Да, мы пойдем тебе. Пойдем. Интересно. Очень хорошо. Еще черный. Вот как отсюда все смотрится. Посмотри. Ну, можете вот это мне больше нравится. Вот, да, у него безумные глаза, как обычно. Ну, понятно, что нормальный человек. Да, да. Спортивный. Да. А вот среднестатистический, с таким взглядом, вот сюда, косым, к носу. А ты здесь красотка? А я, конечно, как всегда. Да, умничка. Да, классная. Понравилось видео? Ставь лайк. Подписывайся на наш канал, чтобы быть в курсе самых горячих новостей о наших сериалах, проектах, создателях и актерах. Подписывайся на канал Yellow Black and White TV.